третье место, а на третьем месте у нас Юлия Могученко. Так, ну что, друзья, первое место, как вы думаете, 201 или 109? Давай пошумим, Андрей, давай пошумим. Зал, вы думаете, что победительница это номер 201? Или 109? Еще раз, 201? 201? Или 109? Неоднозначно. Сейчас узнаем. Что ж, не буду вас мучить. Второе место — Валерия Блохова, номер 109. А зрители-то у нас? О, у нас Алмаз. Поздравляем Валерию. И, конечно же, на первом месте Екатерина Федорова, номер 201. Выступала в категории мастера, выступала очень успешно на чемпионате России